Анапа уже не первый раз принимает у себя КВНщиков. Если в начале сезона было трудно определить лучших, то к финалу лидеры уже сформировались. Команды из Якутска, Москвы, Ставрополя, Брюховецкой, Новороссийска, Абхазии и Самары показали, что КВН – это не просто свой маленький мир, а целая отдельная планета. Вот скажите, зачем вы вообще воруете? Просто мы клептоманы. А, насколько я знаю, это болезнь. Вообще-то это фамилия, мы евреи. Команда из Брюховецка не новички в игре, у них уже свой стиль юмора. Мы уже в этом году играли в премьер-лиге у Александра Маслякова-младшего. Вот. Чуть-чуть не получилось, вот пришли сюда, чтобы снова приехать и доказать. Светлана Листова играет в КВН более 15 лет. Анапу любит, как родной город, и с удовольствием пробует себя в качестве жюри. Люблю Анапу, как никакой другой город в нашем крае. Очень люблю Анапу, потому что здесь добрые люди и, естественно, КВН. Споры о том, что КВН уже не тот, в последнее время все чаще бытуют среди молодежи. Анапчане с большим удовольствием приходят посмотреть выступления команд. КВН уже не тот, он поменял полностью русло. Последний год это видно, КВН стал интересным по-своему, новым и оживился. Три совершенно разных по стилю конкурса. Приветствие, 5 новостей, где важен текстовой юмор и фристайл. В результате игры чемпионами 14-го сезона Краснодарской лиги КВН стала сборная команда из города Ставрополя. Второе место досталось сборной Брюховецкой. Ну а третье почетное место заняла команда из Абхазии «Мои золотые».